Рано, дядя! Чебурашка, ты что, родной? Там еще сзади! Привет. Ой. Нифига, он меня трямся, и даже вот так! Хоба, всем здорово! С вами, как всегда, ваш дорогой братишка, и мы с тобой продолжаем играть в различные игрушки. На этот раз, ребята, что-то типа вроде Poppy Playtime а-ля Garten of Banban. Вышла, да, новенькая игрушка. Поставь жирненький царский лайкосик. Да, ребята, также подпишись на канал и залетай в телегу. Ссылочка будет в описании, уведомления плюс расписание. Ну что же, давай-ка начинать. Приятного тебе просмотра, бери что-нибудь вкусненькое. Так, ну... переводить толком не будем. Вкратце скажу, что мы играем за детектива, который пойдет на заброшенный завод и будет смотреть, что же там не так, ребята. Неужели там игрушки опять ожили? Да, так и будет, так и будет. Ну что же, опа, опа, все, погнали. Ох, качельки, блин, качельки, я не знаю, мне прям, опс, опс. О, какая радость, а, ребята, какая радость. Ты погляди, качели. А, в принципе, это место не... не выглядит таким заброшенным, как будто просто его используйте. Так, что-то там подсказки, скрыть подсказки. Не-не-не, пусть будут. Welcome, все, нас приветствуют, ребята, погнали. Так, а что у нас тут такое? Ну-ка, погоди-ка. Ой, нифига там коротнуло. Нормально таки. А, да, смотри, свет включается. Так, ну хорош. Пусть, пусть в рубоне будет. А, напоминаю, друзья, если что, я играл, ребят, в демку, демо-версию. То есть начало вот один в один. Я еще тогда, блин, на губку Боба капец просто похоже вот этими сапожками, ребята, да? Только, блин, абразивная сторона. Ля, что такое? Как? Чем вдохновлялся, интересно, разработчик? Так, получи приз. О, ля, шары. Смотри. Так, а вот и пистолетик игрушечный. И нам, ребята, надо что сделать? Нам нужно каким-то образом... раз, два, три. Ом. Короче, комбинацию. Комбинацию ищем, ребята. Комбинацию такую секретную. Все, идем дальше. Идем дальше, ребята. Получаем ключик наш первый. И сейчас у нас будут различные всякие... Боже мой, Джамбо Джош! Оранжевым стал. Ты погляди. А, не, вон! Окей, вот, это вообще похоже на лягушку какую-то, я не знаю. А это у нас чисто хаги-ваги змея. Ты выгляди. Snake jumps. Прыжки. Так, фан-зон. То есть нам чисто надо найти сейчас оранжевый ключик. Так, а где у нас оранжевый ключик? Давай поглядим. Может тут? Вот он, дорогой, смотри, скрылся как. Так, все, подбираем, ребята. Я просто это проходил, я... помню, ребят, демоверсия заканчивалась на том, что мы прошли вот эти все площадки, вот, быстренько проспидранили их, и потом уже что-то там все, финал. Так, короче, надо шагать, и тут сейчас... Смотри, а, вот, вот, кстати, ключ, ключ сзади. Так, нам нужно запоминать и нажимать, вот у нас различные кнопочки. Кстати, вон там Easy Hard есть, нифига себе. Так, ну, мы на харде, конечно же. Так, опс. Просто подпрыгиваем. Вы правильно все сделали. Я знаю. Опс. Опс. А что, точно так же все и будет, не? Так, о, X. Опс. Так, есть. Дальше нам нужен вон этот вот. И потом плюсик. Интересно, успеем, не? Блин, звуки такие еще издает эта надувная змея. Жесть. Все точно так же? Погоди, какого? А, неправильно! Я неправильно? Не, не, правильно, 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 правильно! Че ты? Так, что у нас теперь? Дальше, 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 дальше. А, все, я выиграл? Так быстро, так быстро! Спасибоньки, спасибоньки! Все, спадки, спадки. Капец просто. Так, отлично, получили ключ. Теперь нам что там нужно? Сюда? Да, сейчас начнется, ребята, паркурчик. Ладненько. То есть нам просто-напросто надо раз. Ой, сейчас начнется, ребята, блин. Так, тихо-тихо-тихо-тихо. Аккуратненько. Найс. Отлично, тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Спокойненько.
Ну, чисто типичные ребята обе в Роблексе. Вообще. Так, аккуратненько, трямсик. Тихо, спокойно. А чё, ключи? Еще не могу подобрать. Опс, все, ребята, готово. Найс, найс, прошли, ребята. И последнее, да. Вот с этим чувачком. Обнимаешь какой. Так, тут, короче, такое правило интересное. Типа, держись левой руки. Что-то такое. О, уф ты, призрак. Так. То есть нам нужно как-то вот каким-то макаром вот такие вот круголя давать. Ну да. Блин, да вы что меня пугаете-то, а? Такого не было. Пом-парам-пом-пом. Страшно, страшно. Бу-у-у. Мы чисто как будто кругами, да, наяриваем, ребят. Но в этом-то и прикол. Во-во-во-во-во-во-во. Вот теперь проходим, вот теперь проходим. Найс. Текс, текс, текс. Только не говорите, что еще один круг надо намотать. Такое чувство, что реально кругами мы чисто идем, идем, идем и все. Но не-не-не, все правильно. Все правильно, ребята. Дин-дин-дири-дин-дин-дин-дири-дин-дин-дири-дин-дин. Да ёкарный бабай, ну что, ну зачем пугать-то так? Братан, все. Ключ давай сюда. Боже ты мой, а. Все, уходим. Главное разобраться, где выход, блин. Ну, быстро, быстро прошли. Так, погоди. О, на выход, все, ребят. Это вроде был последний ключ. И вот этот ключ как раз нам нужно, ребят, вон туда вот применить. Ну, такая прикольная на самом деле игрушка. Вот, и на этом, если что, ребята, демоверсия заканчивалась. Такс. Трямсик. Оу. Новый пистолетик? Опа! Нет, неправильно, неправильно. А какой, интересно, погоди. Выход? А, сюда, ребята, все, на выход, погнали. Так, включим свет, пожалуй. О. Ну, кстати, интересный. А кто там? Чего вы закрываетесь, блин, от меня? У меня пистолетик просто есть. Ой, мне кажется, сейчас кто-нибудь там... Боже, лифт! Да ну нафиг, как? Как в Garten of Bonbon? Всегда вот именно там лифтом все заканчивается. Сейчас, резко. Первая глава пройдена, ждите вторую. Ой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Что-то мне это напомнило, ребята, у меня аж сердце схватило. Как в старом доме, я помню, у нас лифт такой... Вообще засранный-засранный был, как говорится, блин. Расписанный вообще. Вечно кто-то поджигал, блин, там лампочку. Это ужас какой-то. Воняло там, будь здоров вообще. И всегда страшно было на нем. О, так, спокойно. Погодите, погодите. Я ничего не вижу, я ничего не вижу. Блин, куда идти? Так, у нас есть какой-то, смотри, рычаг, огнетушитель. Так, а я никак не могу пройти. Что за фигня? Погоди. О! Опа! О! Так, гаечный ключ. И вот эта штука. Ладненько. Его можно бросать, но я... Ладно, пока, наверное, не надо. Пока не надо. Ты кто такой? Аниматроник? Чего, блин? Так. Мне, пожалуйста, туда надо. Угу. Так, во-первых, давай свет включим. Тра-т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 а. Тут опять же гаечные ключи.
Я не знаю, может, их как-то можно будет использовать, но ими можно, наверное, кидаться. Кого-нибудь. Глаз. Понял. Понял. Найс. Найс, хорошая подсказка. Хорошая подсказка. Привет, дружище. Экс. Блин, как-то мне кажется, что он может ожить, не? Е17. Что такое? Пищевой краситель? Или что? Ну, что-то вот по этим следам, ребятки, да? Тенем, такое чувство, что какие-то это химикаты. Так, смотри. Big room, big room. Ага, вот как нужно сделать. Ладненько. Ладненько, это лифт. Ага. Ладно, сейчас сделаем. Спасибо. Видишь, этот не открывается. Ну, какая-то штука непонятная. А, кстати... Я только сейчас понял. А что, мы вот так вот разбить не могли? Интересно. Так, смотри. Такс нужно сделать. Во. Пока-пока, дружище. Так, большая комнатка. Опять же головоломки у нас пошли. Так, сюда нас не пускают. Ну что нужно сделать? Рычаг, я сначала подумал, что это камера какая-то здоровенная, большая, да? Но не-не, а что это за рычаг такой? Поршень. Интересно, интересно, ребята. Так, найди 48 вольт батарейку и воткни в лифт. Офигеть, тут механизмы. О, ля, нашли, нашли, друзья. Найс. А, погоди, туда? Погнали. Уии! Я думал, если честно, вот этот лифт надо запустить. Ладненько. И тут у нас... А, ну какая штучка. Тут нельзя, тут нельзя. Ладно, все, вот так вот. Что, будет туда-сюда ходить? Такс! Открывайтинг, запускайтинг. У. Все это за чебурашка? P1... Ох, блин, что-то тут... Попробую разберись на сам... Ё-моё, 1 час, 2 часа, 3 часа, 4, 5, 12.05, 16.31, крестики, нолики. Ля, 4 плюс 2 плюс 1 плюс 5 равняется 12. Так, как повертеть, покрутить? Что, не работает? Так, а что мы сделали? Что мы сделали? Мы, во-первых, смотри, рычаг нажали. Дверька не открылась. Лифт тоже там. Ну-ка, погоди. Не надо, дядя! Чебурашка, ты что, родной? Там еще сзади! Так, ребятки. Погоди. Открой ворота. А ты хороший? Или ты плохой? Привет. Ой. И даже вот так! Какого? Какого, блин, фига? Ты чё творишь? Ну что же, пацаны! Врывается, врывается, братишка. Вроде можно, кстати, сбежать спокойно вот так вот. Оп-оп-оп. Через вот ножки. Так, или нам не туда, погоди. Или нам не туда. Открой вору... А, ну... Может, это как бы, знаешь, типа... Блин, я не вижу нифига, если честно. А! А чё, блин, не подсвечивал? Опа, 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 пацаны! Тихо-т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 ихо. Спокойно-спокойно-спокойненько. Так, можно закрыть? Понимайтинг, паш! Что такое? Привет. Ля, сколько чебурашек! Так, рычаг. Найс. О. А, так быстро, все. Он идет, по-моему, он идет за мной.
А что дальше? Это что за иголки там? Что за? Мне кажется, кто-то наверху сейчас будет. Кто-то будет наверху. Ой, блин! Все? Мы прошли игру? Так быстро? А не. Не, походу живы, здоровы. Я просто думал, нифига, такая быстро коротенькая игрушка. Так, закрывают нам двери. Понял. Ты шо? Дядь, ты куда полез, а? Они аматроники. Мюзи прототип третий. G1, G2 тип. Моторчики. Блин, прикольно. Сенсоры там всякие различные. Так, ну давай смотреть. Так. Чего? 1593. 1593. Вот зачем столько кодов? 4-5-4-5. Сейчас самый последний будет, чекай. 3-6-5-9. Нет, третий. 9-3-6-8. О! Нифига себе. Ну я, ребята, если что, я французский изучал. Какие-то стихотворения, посмотри. Так, что по карточке? Готово? Все, разблокировано. А это что? 1 мой пистолет, кстати, погодите, ребят, на секундочку. Куда мой игрушечный пистолетик-то? Хотя я не знаю, нужен ли он вообще. Как-то он это... Правильно идем-то вообще? О, нет! Похоже, правильно! Братан? Фига, он ускоряется! Погоди, дядя! Быстрей! Хотя я хочу посмотреть. Да вы что творите-то, блин? Слушай, забавно. Забавно, конечно. Не, мне больше всего первый скримак прикольнул, потому что там мало того, что он нас поймал, напугал, так еще и начал в конце вот так трямсать. Какие, просто погляди на них. Все, я понял. Я побежал. Короче, там есть ворота, вот не просто так этот рычажочек там, он даже моргает. Поэтому мы бежим. Дай бог успеем, конечно. Ну что, попался? О, нифига-то, блин! Сильный какой. Так, и что мне делать? А, блин, спасибо, но не очень как-то. Так, Найс, имба! 50-й размер ноги. А это что такое? Погоди, это нога, это рука, а это лицо? Чё за... Чел, нормально? Нифига ты пробиваешь железо. Ладно, удачи. На даче. О. Сюда. Серверная? Нифига у вас тут. Так, какая-то записочка. Ребят, я не знаю, почитайте там, хотите, переведите там. Чисто стоп-кадр, на паузу ставьте, ребят. Переводите, потому что сюжет тут тоже есть, между прочим. Блин, нифига не видно. Ай, мне не забраться туда. Мне куда-то надо вниз. Ой, сейчас что-нибудь опять будет нехорошее. Кстати, вон записка еще одна. Майк Ансуэн. 32 из 47. Что такое? Что закружилась голова-то? А. Первая глава, ребята. В общем, разработчик будет по главам делать. Но я тоже так подумал, что он полюбасу. Как-то вот, ну. Ну, прикольно, слушай. Годно, пусть делает. Интересно, что нас там дальше ждет. Прикольно. Фоги.
ни был. Какой вам монстрик всего, больше всего-то понравился? Пазл? Маскот той. Очень на Спанча похож. Ну, мне, конечно, Чебурашек, вот этот Мюзи. Он больше всех мне прикольнул. Или какой он там? Старший Мюзи. Старший брат. Альфа. Альфа, прикинь. Нет информации. У него такие клоунские еще сапожки. Это капец. Здоровенный. Нормально пробивают, кстати. Почти пробил. Здоровенный, толстый лист железа. Спасибо, что поиграли. Найс, найс. С кайфом, ребята, с кайфом. Что я вам скажу? Прикольно. Такая небольшая, маленькая, коротенькая. Но это только первая глава, ребят. Поэтому будем ждать вторую. Как вам, понравилось, не понравилось? Ну, просто влепите даже лайкосик. Ребята, за старание. Автор молодец. Ребят, обязательно залетайте в Телеграм. Также подпишитесь на канал, ребята, потому что много без подписки смотрит. А на этом все. Бай-бай, дорогой братишка.